Всем привет, с вами Том, и сегодня я хотел показать вам анбокс стандартного издания игры The Last of Us. Итак, это полностью русская версия, не из нас, как вы уже видите. Создатель Uncharted, Naughty Dog разработчик, Sony. То есть, все как надо, да? Так, мультиплеер присутствует, одиночная игра. Так, HD качество поддерживается. Удастся ли вам выжить? Джоэл, цель изображен. Так, откроем коробку, что у нас внутри. О, внутри у нас все достаточно неплохо. Мануальчик с кодом. Steam компонентом игры. Так, вот, открывайте, да. Такая вот картинка есть. Все, в общем. Так, сама внутри обложки очень красивая. По сравнению с GTA 5, когда я покупал. Там все было простенько. Достаточно. Так, Джоэлс Элли. Собственно, сам диск. Сделанный достаточно неплохо. Так вот все выглядит. В общем, спасибо, что посмотрели. Всем пока.